Так, давайте сейчас рыбу уткну. Я бы убирал вообще. Ставлю столик, берите еду. Ой, о, ничего себе. Какой приятный голос. Вообще. Так голос, ладно, блин. Я про столик говорю. А у нас есть какой приятный столик? А есть у нас инженер с почтой, да? Я сейчас быстро перезаду на хантат, у меня ни одной фласки на пале нету, как обычно. Ну, если это, танчить сможешь? Может, я могу потанчить. Айс, ты что ли? А, Фьюри? Войд? Mm-hmm. Слушай, ну... Да, ну, слушай. Чё? Вот мы не поговорили. Давай, 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 спекайся, пока у нас пирокса нету, потом поменяетесь. Типа... Ещё мэл тофнулся. Типа 3% есть? Крит... Я ж сказал. Крит вам не надо же, да? Ну, крит нам очень нужен. У нас пирокс будет танчить. Пурикс. Пирокс чё, АФК просто? Ну, он покурить отошел 2 минуты. Называть его пюре. Ну, можем все там пойти чай сделать 2 минуты. Ну, ну идите, идите, что. Просто сова нам нужна, у меня нету АПшки, поэтому нам нужен БДКшка. Ну, гибрид. Смотрите, вообще, на называйте на будущее. Пирекс обижается, когда вы пирексом называете. Называйте пюрех. Вот пюрех нормально. Это по-любому. Вот мне надо от него услышать. Он байтит по-любому, чтобы мы его оскорбляли. Пюреха, по-моему, нормальный ник. Мужской достаточно, такой сильный и независимый. Ну, Бёрн бы придумал бы нормальный ему какой-нибудь ник. Он бы прочитал как надо. Она же в портал будет, в Доваран. Теперь будет. Все, но у меня просто заряженный паладин. Я ему даже масло направлю. Ой, фу, господи, сейчас просто это... упадет Каражан даже, он будет плакать. Он умоется моими слезами. Или своими, каким там надо умыться. Понеслось. Ты там где? Если ты звал меня, я вернулся. Ты вернулся, отлично. Я ходил, кушал. Почта ждет. А, блин, что так рано? Сейчас я захожу, я ж медленно захожу. Я сегодня кушал сочную дыньку. Дынька это топчик. Круглая или вытянутая? Вытянутая. Прям вообще какая-то прям сочная. Заказал через этот. Через доставку они прям такую прям охерительную привезли. Я прям удивился. Кстати, кейс-нип. Где моя десятка? Десятка чего? Голды. Ну, кейс-нип, а что, голду раздаешь? Дай мне еще тоже немножко. Да не, я ему занимал. Давай, от тебя вот лучшие касочки всем. От кого? От меня? Рано, да? От меня? Да, от тебя каски всем, и давайте это... Пирекс, ты тут? А что мне люди дадут за каски? Тебе респект. Ладно, подойдет. Подойдет? Отлично. Так, ну, плюс-минус состав у нас особо меняться не будет из тех, кто здесь находится. Только вместо ГК-СНИПа будет у нас Холи Пау, по идее. Все остальные составы с основного... Поэтому по два токена в руки. Один ролите, второй получаете в подарок. Пирокс. Давай, 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 пошли, пошли. Потихоньку трэш тащить. Только это... А, мне какую ауру поставить? Третью, да? Или темную? Наверное, это армор. Третью. Зачем армор? Нам нужен, наверное, этот, прерывание каста. Бля, Главхилл, ты что, оскорбляешь людей или что это такое? В смысле животные?
Здесь все нормальные ребята и девчата. Ой, как хорошо тремор поставили, просто по-королевски. Че ты так хауешь сильно? Ты че, сурф что ли? А, все понятно. Слушай, ну честно, я не знаю, затею с Т9, просто Т9 менять вместо Т8. Такое прям. Ну, не знаю, в сурве вообще очень сладко. А, ну сурв, да, да, сурву согласен. У меня сейчас 4 Т9 в сурве. Ой-ой-ой, но... давайте из этого ОХПшного коня добьем. Тут новые прибежали кони. Я сдал стан. А этот, слышишь? Мы не сильно вас отвлекаем, ребята, если надо, я заткнусь. Нет. А, ты, ну, типа 4 Т9, ну, мусорный же, по-моему, комплект. Конечно. Типа он ханту, он не ханту, он этому же, он пету дает. Угу, пету 600 АП и крит от этого. Ну, а типа зачем мне 4 Т8, если мне нужны статы? Тем более я в сурва спекаюсь. Не, я просто думал 2 Т8, 2 Т9 это нормальная комба, типа у тебя нормально. А это если химеру бьешь? Ну, химеры нету в сурве, извините. Как согласен, вы? Согласен. Да. Слушай, а где ты эти перчатки взял? А это ИК. Ну, те, давай что там. Я тебе скидывал, это ИК десяточка. Ну, кстати, да, нужно засмотреться. Тут, по-моему, тоже где-то падают кожаные перчатки сильные. Нет, а в каре я посмотрел, нету. В ИКе еще есть трэша, очень классная. Трэш не смотрел, кстати. Вот с трэша посмотри, по-моему, с трэша падает. Там два красных сакета, они, по-моему, квиттер ПБ, если не ошибаюсь. Да, падали же какие-то, да. Падали. Кстати, да, да, возможно. Даже... Ой-ой-ой, у меня на пол. Я сдал стан, но осторожно. На пол отдал. Дал стан в одного. Чем поможет это, блядь? Давайте метку поставим какого-нибудь. И через него будем клевать. Череп. Угу. На пол 3. Да, у нас там. Пирекс сказал, что устал. Вот ему он отдыхает на трэше. Пейку спасите. Нет. Сегодня, короче, сделали для невосточной гильдии халипалу в Эланир. И как он там? Ну как, заснял на видео, как он его получил, отдел. Мувик нарезали такой прям стильный? Не, я ничего не нарезал. Да, ну зачем-то там. Надо было стильно там, чтобы с разных ракурсов. Да, там, ну ты чё, гараж. Крутится камера, он такой чисто волонир в руки берет, там, не знаю, взрыв на заднем фоне. Ну прям надо его постараться. Ну это Кубов, да, блядь. Да, как Голливуд продакшн. Я, конечно, когда... А ты не был, да, когда мы сидели, так как у нее занимались? Нет. Не было. Это пиздец. Я просто говорю, я чуть не умер, когда он этого дракона выбирал. Блядь. Я говорю, реально откинусь просто от смеха. Это было где-то, ну, на пол второго ночи, я потом уснуть не мог еще полчаса. Просто, знаешь, насмеялся и типа, ну, перевозбудился, типа, и лечь не мог из-за этого. Ну пиздец, думаю, ебан. Он фотошопит еще так охуенно. Ну да, да. Ну, а он этот, он же фотограф, поэтому. Для него это нормально, как оказалось. Не, ну я говорю, я просто проорал. Я говорю, Кубоп, нужны еще тактики. Пацаны не понимают, что делать. В сурве в том, что ты как бы явный выстрел не кастуешь. В смысле? Я тут друзей позвал, да. Да хуёво, друзья, забери себе их назад. Никто с ними общаться не хочет. Это фир. Я ни при чем. Давайте вон.
Вон, который в проходе стоит, давайте ему дадим по щам. У которого ХП поменьше. Ага. В смысле, ой, слушай, если тебе стедик кастовать не надо, ну, блин, может самому тоже спекнуться с урва. Сорве, ты ж трэп данишь. Ну да, ну не кайф, я просто бегаю. Бегаешь, у меня это, ну... Разрывной, я бы написал макрос на две тычки, ну, с двуручки сразу, чтобы одной кнопкой выходили. Не понял, в смысле? Ну, ну там же одна, типа, моментальная, которую, типа, ты даешь просто место, а другая, которая вместе с... вместо белой, короче, идет. Они ж, по-моему, не стакаются. Они стакаются, в том ты делаешь. С ловушкой. А не, а при чем здесь ловушка? У меня ловушка отдельная кнопочка. А, ты типа входишь в мини-зону удар делает? А не, ну ты что? Я хожу, я танцую туда-сюда. Ну я просто думал, ты подбегаешь этот удар плюс ловушка делаешь. Не, я удар плюс ловушку себе зашил макрос. Ну типа ты условно взял удар, отошел, стреляешь. Взял удар, отошел, стреляешь. Да. Ну а так типа просто бегать в мини-зоне, чтобы тычку с руки дать, ну такое. Тебе в любом случае посох не подходит, тебе только пик убрать. Я с мечом. А у тебя меч? Угу. У меня 9 соток. 3-4 соток. А подожди, у тебя же копье было. У меня с этого, с... как его называют? С другана. Кого? Связок. Нет? Нет, связок-то у меня не было. Нет, я говорю про вот этот плюс вот этот. В один макрос зашил. Один из них ты ж моментально даешь, а второй вместе с атакой. Мангуст, ну, он без ГКД. Да, ты отдельно ставишь трапу и типа вот и прожимаешь макросик. Ты даешь эти две тычки, получается. Ну и дэнсишь туда-сюда. Кидаешь этот. Кидаешь верный, и когда у тебя есть вот этот протик взрывного, типа там же на третий нужно ждать, чтобы третий тик совершилось, ты в этот третий тик делаешь тычку с руки. И у тебя еще даже иногда мангуст рокает. 120 ловкости. Блин, не знаю, такое, если честно. Типа вот трапу просто это... поставить. Ну, условно, это нормально работает, когда у тебя трапа в талант на ледяную трапу. Ты делаешь один подход, чтобы удар ледяную дать и удар огненную. Да, но я посмотрел на обычном манекене, который, ну, типа босс. Угу. У меня получается ДПС точно такой. Я вообще ничего не теряю. То есть, типа, если я буду в эту секунду кастовать верный выстрел, либо эту секунду давать тычку. У меня ДПС один в один. Ну, кстати, тут и, да. И типа, чтобы не кастовать верный выстрел, я просто, ну, дэнчу туда-сюда. Не, просто я проблема... пока... Договори. Проблема в этом. В ульдаре проблема, что у них фреймы сломанные все. Ну, будет так. В ульдаре я в ММе. А вот здесь вот выки у них хорошие фреймы. Я только это увидел, сразу себе сделал сурва. И здесь хорошие фреймы. Здесь можно дэнсить. Не, я это... А в ульде не получается. Не, я трап дэнсить не хочу, чисто из-за того, что у меня W не работает. Мне неудобно. Понятно. А, так. В коня играем. На пул. В принципе, что? А, может рыбу поставить, кто-то умирал? Да, никто не умирал, по-моему, нет? Там, по-моему, фейка дрыщ умирали. А, ну классочку выпьем. Одного хилась, в принципе, достаточно, кстати, урочков. Ты можешь здесь шипешку. Идеально здесь соло хильнет. Идеально, ты же все соло хильнешь. Естественно, я ему уже давно пишу, он не хочет. Все, отлично. Мне кажется, идеально, может, до конца инста, типа, если нет, там проблем. Там на трэше могут быть проблемы. Ой, пускай напрягается. Да не, пускай напрягается. Он вроде сильный хил, мы проверим его на прочность. Да, ТБМ пул у нас будет. Только надо вопрос в этот билд вытащить. Вот еще с крабом, кстати. Хорошая идея. А ты не сделал себе макрос, который я тебе написал на... Я их не обужу. Да ты чё, это вообще нормальная тема. Да я знаю, что это надо делать, но мне лень. Она очень легко, но типа ничего ты не тратишь. Ты типа можешь бурст даже туда поставить, в кнопку бурста, и все. Тебе то же самое будет. Всё. Ты просто стойло открываешь и жмешь двух питомцев. Ну типа он сразу типа при ДБМ пуле тебе меняет его.
А в бою он тебе не дает это сделать. Баф дайте, пожалуйста. Кто зачем, блядь? Я занимал бан себя. А он не таунтится. ЛПшки. Это не я. Он на тебе был. Понаставит свои трапы по объявлению. Согласен. Не вижу огня Савинова. Ууу, пиздец. А кто-то ротацию жмет активно. Никаких дебафов. Правильно, зачем босс так быстро умирает? Чего он его дебаф? Ну все, затмение прокнуло, тут как бы без шансов, ребят, до свидания. Не сегодня. Бля, леддон бешеный. Две коробки синие. Вот. Что это? Экзекут как яра? Получается, что да. Ретрики вот, такой говно. Яра, я успел сейчас два верных дать. Ну, у тебя, короче, выбор. Либо кастовать этот, либо кастовать стрелять. Либо шаг просто делаешь, да. И прожимаешь макрос на 2000 мили. А ближе подойдите, чего так далеко стоите? Ребят, он же чаржиться не будет. Вам каст сбивать, ДПС ваш ломать. Ну что вы? О себе не заботитесь. Ебать, меня обошли все, кто мог в этой жизни. Ну ничего, я Саве не поддамся. Кто мне дамажит? Сава просто не прокает, наверное. Ага. Сава не прокает просто. Ну да, да блин, не знаю, сова душная на самом деле. Сава диспейлит. Да, кстати, да, сова диспейлит. Так, а кто у нас тогда получается? Ну, мага зато как бы обошел. Все я нормально. Я тоже диспелю. Ну все, пизда, бля, Пирекса обошел, нормально. Не хотя знаю, бы не последний. Респула только что улетела вниз. До свидули. Да пока продиспелишь. Да понятно, дело, пока продиспелишь. Вампира вместо летела. Че, собирать себе хапалы? Нет, не буду я хапалы, хапалить, господи. Как вспомню, что это на Афе было, ужас. Не дай бог это повторить. Понимаешь, просто ты потом в ретрике играть перестанешь. Да, нет. Если хапала соберешь. Я начал на... Когда это? Это был патч, по-моему... Ну, на ульде как раз-таки мы играли. Ну, с тот момент, когда я на ретрике играл-играл, что-то начали мне хапало. И до самого ЦЛК, ХМ, до РСки. Тупо стоял. Так, давайте все прячемся за стеночку, за угол. Он где идеально у нас бегает, за него и прячемся. Посмотри, кстати, я через этот трап-дэнс даже в соло-таргет передамажил Лока. Так подожди, ты понятно, две цели. Понятное дело, что вообще-то я линканул. Я линканул соло-таргет. А дрищ, Лока... потому что... Нет, дрищ он еще криво стоял, он же... Хер вот он у кастов он сбил. Конечно, там стояли спирта. Отдыхали под этими, лежали на полу. Пока он сбивал с ног. Плюс здесь кастеры больше зависят от меткости, нежели чем милики. Да, может быть. Да.
еще отдаю трапу на пол. Стан. Простите. Будь здоров. Здоров. Успел сторону убрать, все нормально. Застань не мог нажать, мне что-то аж чих как-то напал, и ужас. Чуть не вайпнул вас из-за своего организма. 17 тысяч ТПС. Было больше. Псих! Это типа сур в двух словах, ты на трэше король. И типа 3-3 страпы. Это круто. Опа-на! Опа-на! А приличная шея на самом деле. Крит хас. Ну причем на Эршаму. Если нету этого 39-й с робота. Да, почти 39-я, да. Не, если нету 39-й с робота, то очень хорошая шея. Ой, там Пирекс бежит уже, это по лесу получает. 32-й, наверное, ты имел в виду. Я могу фабрику поп дать. Ой, нет, 39-я. Я имел в виду 39-я. На пол отдал. А нет, я на пол не отдал. Чему? Слушай, а мало мобов, по-моему, нет? Ну да, какая-то скромная пачка. Ну, может быть, он в прошлый раз полторы привел. Да я ему уже, блядь, там каплю дал под баблом. Я думал, он там ведет реально. Ты так еще сказал, что он по лицу получает. Он получал. Блядь, фреймы, что ли, вытянуть себе. Ух ты, а что это рейс-то? А в смысле, а что? А закончился, как и дрейщ. Я что-то как-то не угадал, даже смотрю, что-то он красный рядом, а я бурю кручу. Рейд, прости, не со зла. А, он в МК, что ли? Да, да, в МК. Понятно. Ну а там, да, там Сурф, Ретрик, ДКшка там, ШПшники кастуют, масухи. Это, а есть у кого-то символы? В ГБ, может, есть на символ лунного огня? Чекните. Маловероятно. Не, вряд ли. Да он же дешевый всегда был. Я не помню, много он меня апнул. А что ты представлял? Это же, по-моему, нормальный этот. Да, там когда в этом... Когда в Т8 бегаешь, там... На Рой ставят семью. Да? Ну ладно. А что Рой дает? Моба. Надо читать. То ли критует он там, то ли что. Символ на Рой, не, он дает этот только урон. Плюс урон и минус дебаф пропадает, который на меткости. А, ребафом тебе какого вары нашел? А, ну тогда нормально получится символ. Бесполезная эта херня в ПВЕ. Типа, если он сильно апает это, тогда имеет смысл. Ну просто в Т9 там лунный апается. Ну да, да, там Т9 там дикие такие. Он очень хорошо лево бурстит, а он очень хорошо соу бурстит. Ну так, по крайней мере, еще как надо. Еще ДКшечка бежит. Чего не за этим-то? Слушай, я могу щиток давать Пирексу и нормально. И он как бы не да, срывается из-за моего щита. Конечно, давай пока. Не, просто он прибежал, я ему дал, и на меня трэш не повернулся. Типа трит не набирают. Он не агрит, ты ему перед тем, как он бежит, давай даже. Да не, я же говорю, ну ладно, не отдам, но просто сам факт того, что он трит не набирает меня, я думал... Так он не агрит, так же, как и шаманский щит, он же не агрит. Давайте, здесь же можно этот, ауру на щит поставить. Я тотем ставлю. Сама свакер вообще-то, 2к урона, что это такое? Ну чё, пойдём? Всё. Или чё? Да не знаю, может там он еще что-нибудь вытащит. Ну, там на ступеньках неудобно стоять, дело в этом. Давайте внизу лучше. Пусть последняя пачка хотя бы еще одна. Ну, окей. Да веди все уже. Да, один хил. Как мы справимся? А мы в одного хила шли? Ну да. В натуре. Да, врачка ШП, да, кстати. Сильный получается? Один танк, один хил нужен, да, на весь льду? Ой, на весь этот, каражан. На весь. Понимаю. Смотрите, не пройдешь в одного хила. Смотрите или нет?
Поманим. У меня супер быстро, если свичится, думаю, пройдет. Давайте, спрятались. Не, набирает вид, кстати, я ухожу в ту сторону. Сдам фаер-ауру. Все, на поле. Раз заставил. Просто 40 тысяч. Ну, у меня 25 показывает. Ну, уже да, уже 25, было 40. Вот оно символ куплю вот эту. Это вам сова из города какого-то надамажила 2к, вы еще на него гоните. С какого города? Так, ну что? В рейд, ну да, седых холмов. Не, совы не бесполезны, класс. Они же дают крит и меткость, которая дает ШП. БР дают. Инер. БРчик. И инер, да. Ну, полезный класс. Все друиды полезны. Нет, друид это ассист класс, не считая кошек. Кошки, да. Кошки ебашат, но когда они РПБ собирают. А хотя хер, да. Наших котов вообще не видел, видел только вот шоуванного кота, он там вполне давал, прилично давал для 217-го гира. Армор. Так, а справа, давайте справа сразу почистим пачку, только вниз по ступенькам спустимся. И вот сюда приведем. Да, на ступеньках как раз хорошо. Часто багается. Да не, они вроде починили здесь текстуры. Мы бы уже бы привели бы там весь подвал. Прайс, агро. Давайте шкаф поставим. Войду при сумоне. Ой, мне МК. Ну ладно, прощайте, ребят. Я вернулся. Мне МК дали. Ты умер, да? Конечно. Ну я так, я даже кнопки не нажимал особо. Не я должен был тебя убить. Туда более злоб. Типа рейд. Про проклятие агонии, вот, например. Ооо, не, ну это получается тебя зафокусили. Там его жирного крипа выбрали. Господин. А, трещ, кошка. Пирекс, давай ты мне тоже такой меч, но там он смог купишь. Слава, ты на агро говоришь, ну тут не читают это. Кластерных. А, каску, пристабав дайте точно по мне. Всеобщий надо ставить, да? Конечно. И локом тоже дайте каску. Да еще не давай. Что, давайте аккуратненько через глазик стоим здесь в метку. Стоим. Да, короче. И лапку, пожалуйста. Опять все запаковалось. Трещ, давай через глазик. Веду. Каску, лапу, кстати, да. Прибавнемся все. Побежали мобы. Кастом сбейте. Ой, больше мобов прибежало. Ну вот, стан. Дал. Пиздец нам всем. Одного хила идем. Справимся, нормально, тише. Нет. Не изморали команду раньше времени. Ой, головхил, молодец.
Там, да, я же говорю. Савар, блядь, ну вот, что это такое? Кнопки нажимай. Ну, ты типа, у нас ДПС, ШП, я 2 и хан бью. Можно давать, они этот, он кастует точечно. Какое, блядь, точечно? Тут, блядь, нажал 2 кнопки. Одну. Утрафол и пошел. Ой. Это что за мир? Мое оглушение. Ну, вон там много ее. Ну он обиделся, больше не вообще ничего не кастит. А соберите все в одну точку, у вас мобы разбежались во все стороны просто. На пол даю. Я, конечно, сдам мастер аур, но мы можем не бежать. Не успели, да. Я хочу залезть наверх, а не получается. Даю уроки по паркуру в Варкрафте. 500 голды. 10 минут. Часовой абонемент 2,5. Да не бафну каску, я умер. Дальше не вести, да, пока что? А, нет, давай сейчас поднимутся ребята. Да сейчас баф. Там одна забагалась, стоит на своем месте, комбат не спадет. Дека сейчас подтянет. Вдали, справа, там прям на стуле стоит. О, мы уже здесь полчаса почти. Каски заканчиваются. Ужас. Ужасно. Что там надо сделать, чтобы это пьяным не быть? Свечение? Да. Что, дальше веду? Мы так же делаем? Или да, 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 все, да, все, все так же. За углом стоим, вообще все, всю комнату так чистим. Текстуры починили, костлы. Не, ну не подрежем базу. Нет, там сейчас шипачка идет, я под нее на пол дам. Все, даю на пол. Давайте как в том видео, Лерой Дженкин. Как было обидно узнать, что это видео оказалось подставным. Что, серьезно? Да. Что за видео? Ну, Лерой Дженкинс, это ж вот эта ачивка на дракона. Ну, это я знаю, а что за видео-то? Там, короче, типа, причина образования этой ачивы, сидел, короче, Рэй, там, типа, ну, типа, очень потно, долго рассказывает тактику, где-то, ну, там видео, по-моему, минуты 3 идет. Там 2 минуты, типа, там танк заходит, короче, там ловит мобов, там ДЦ дает то, там этот тот, короче. И тут просто, знаешь, там рассказывает, и тип такой, Лерой Дженкинс! И залетает на капитан. Кидает на себя бабл, все думают, что он понял тактику, идут и вайпаются. Да-да-да, и такой, ладно-ладно, быстрее, типа, там, тоже начинает пытаться рейлить, короче, в этот момент, а тип просто побежал. И, короче, знаешь, в конце такой, типа, весь рейд упал, он такой, Лерой, говорит, ты долбоёб, он такой, зато у меня есть курочка. И все. Так, что у нас тут один моб остался? Я хочу на ГМ Остров попробовать попасть в условиях как раз таки ванильного, ну то есть если по идее остров должен быть, они не могли его стереть на Сирусе. Так, давайте ставлю сзади рыбу. Спасибо. Кушаем. Так, кому каску дать? Наверное, всем. Да, у всех есть, должна быть. У меня нету. Void Fury нет, Don't Run Dude нету. ВРочка и дрищ. Все коверкают твой ник, Донт. Нормально. Да,
Ты что-то в пугаридах не был. Они вообще, они даже типа не первые три буквы читают, потом забивают, все. Да, пицца. Ну да, сложноватый ник. Да, и Бьёрн так же. Тут он с первого раза прочитал Донт, и типа ему достаточно было. Ну да, слушай, тут твои ники запомнить. Don't cry, dude. Don't hide, dude. Блять. Сука, как скороговорка. Тянцу логопед. Чё, что, пофиряешь парня одного? Играем просто в Мороуза. Кого там, баронесса? А, кстати, это... А паладина нету. Кто тут запас? В одного хила как? Да нормально, только ману. Нормально. Окей, а ману зальют. Душный, по-моему, этот. А тут паладина нет. Только получается это, в ШПшку филять? Я не знаю, кого хочешь. Ну давай, я ШПшку заберу, блядь, филить же нельзя. А присты могут шекл дать им. И все, и мы троих можем расконтролить вообще. А сковывание нежити. Поставь метки, у тебя есть, по-моему, ассист. Да. Давайте, я ромбик, потом, что у нас там есть... Звездочку и, по-моему, вот этот пидор, он должен, по-моему, хил резать. Хотя пирекса не должно пробивать, так что вот так вот сделаем. Трусики. А, ромб закрываю я, гаси. Давай. Трусы будешь шаклить. А кто у нас там еще остался? Шакли звездочку. Начинаем просто сейчас с двух шаков в костюме, все. Геру когда давай? Скажешь. С пула будет, да, скажу. Давайте не обозрём. Шаклы, шаг. Все, по Геру. Только идите, чтобы не сбили там репитанс. Все, секс. Нет, не сами. Другой стоит. Заберите. А, там бабл. Я одного фернул. Стан диспелс, с танка. Ну это не ко мне. Это Маута. Да я пытаюсь зафилить эту тварь. Она не филится. Зафилит. Дай-ка у него. И леди. А кто их с... Я не пойму. Ну там у леди закончился просто уже. Там тайминг. Райс умер. Слушайте, давайте в два хилайта ходить, ну нафиг. Бьют, кроме танка. Бернти, Райза. Райза, Берн, там, да. Пись нахуй отсюда, сейчас я ей шаг убал в стороне. Оп, поймал. Их кто-то дисторит, ну, видимо, кто-то снял его, шаковый. Не, ну сейчас, может быть, Starfall, а в начале так они там бабл уже сидят. Да, точно. Да, там бабл у одного был, это я видел. Да, я ж в этот, еще Starfall мы не учили, или Starfall не было. Был, не, Starfall тогда это нет. Не так, был. Первым не было, а вот сейчас был. Давайте. По шаману видно, я дам тебе ручки. Держи. Хорошо. Два косаря маны, это топ. Ты мог бы еще и, помимо того, что хилишь, еще и бить, мне кажется. Где твои молнии? Ой, Рейс опять убил, точно шкаску нужно дать. Давай, и давайте этот, я могу желтый джаб кидать, если надо. Кидай, да, желтую давай, это будет прям четенько. Я ж сурф, я ж даю им за 5. Ну, не вопрос. Небольшой, конечно, не даю. Так это не то, это не взаимосвязано. Да, Ретрик, ты ж при атаке, любой атакой ты резаешься в бар. Я знаю, но у нас хилы ты все равно не атакуют. А шипешкам и так достаточно. Лок не сядет по мани, маг мертвый. Он нормально все. Вот это что-то. Слушайте, давайте этот... у нас все свои кошки убьют на балконе. Дайте что-нибудь быстро, глотку.
8 нету, да, у Хива. Да, есть этот? 300 тысяч. А гимна мана нету? Гимна хил можно поставить. Кстати. Уже все, уже 3 тысячи. Опа, папа. ГЦ, пирекс. Не знаю, зачем она тебе, ну ладно, пусть будет. А, ну у тебя ПВПшная вообще на меткость. Это так плохо все с меткостью, что ли? А, этот пояс нужен кому-то, я на О взял бы. Не, мы давайте ролим то, что нужно, а потом, если что, просто отдаем. Просто кто-то может распылить нажать, и он раз ПВ улетит. Все, дрыщи да, нужны. Ну, так ты, если тебе нужно. Если нужно, типа пусть даже на лов там или что-нибудь типа такое, просто нажимай нужно, чтобы действительно не распылилось. Потому что я все пылю, например. Красава, я тоже так делаю. А где книгу эту из Атмедила? Квестик. Дальше. Это потом, дальше там будет. Че, я... спекаюсь или нет? Кого? Кого? Да пока не надо. Пока трэш не надо, да. На деву. Что там? А, понял. А чем мы стоим? Не знаю. Нет, на погибель квеста нету, потому что там цепочка через этих делается, через хэмки. Вот. И... Они прописали, что именно хэм эти БКшные инсты 10 пятерочки нужны. Поэтому тут, ну, никак не сделать на погибель пока квест. Сейчас шахматы делать будем? Шахматы сделаем, да. Там щит сексуальный падает, кстати. Ну, типа визуально. Если я когда протик отбирал на этом на X на 1. Брал 4. Ну, Т4 плюс этот щит, он прям вообще стильненько смотрелся. А вы к пойдем? По времени посмотрим. Если что, в другой день. Да по идее должны снести быстро. Слушай, мы вот самую противную эту часть уже прошли. Деву можно, кстати, отсюда пулять. Деву. Ну нет, дальше. А вы пробовали здесь? О, нет, говорите. Вообще надо написать это, кому что нужно, типа с первых этажей. Потому что, ну, можно было бы на смотрителя сразу ходить. Блин, нужно смотреть, уж я даже хер знает. Не, ну там вант, по-моему, хороший падает. Дева нихуя не надо, но единственное, что может быть шеи, если танка буду собирать, но танк это не приоритетно. А тебе вам нужен 32-й или типа с этой ему? А, дробовик. Там сундучка еще не утонуть. Подожди, у тебя же целоста этот лук есть, арт, меткость. Нет? Кстати, да. По-моему, же говно это ружье. Давай тянем. Подожди. Да, ну, пирекс талагрим, конечно. А, ну я бы флакон взял на ретрика, потому что у меня вообще нихуя, 3 не говно полное. А вы не пробовали вот с того угла пулять этого бота? Вот именно в реале X4. Вот оттуда. Даже метка не поставила. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мобы идут. Ой-о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 й-
Ой, у нас, нам пиздец, у нас главхил в МК. Нам пиздец. Я сдал мастер аур, держитесь как хотите. 3 секунды еще. А, о, сейчас... как снип, как остани это исцеление. Ауешное. Гим и дождь. А я слетаю в это за маслом, что-то я масло забыл взять. Не знаю, у меня его нет, я просто молчу, что у меня его нет, и все. Как тебе тактика? Ля ты крыса. Ну это пиздец, это ГП. Согласен. Не признает. Больше скажу, у меня еще и на